И всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фьордах, и сегодня мы пойдем за артефактом Скайлорда. Да, ледяная пещера. Аркер мне постоянно про него говорил, ну, постоянно как часто говорил про него. Вот, и... много нюансов там, я поэтому сразу же взял себе, к примеру, крюкошки. Чтобы были. Да, еще сгонял в пещеру силы, вот, полутаться всякой шляпой, судя по тому, что вы видите в инвентаре у меня. Ну и, соответственно, еще один артефакт силы. Зачем мне еще один? Ай, пофигу, короче, пускай будет. Вот, сделал, как видите, здесь немножечко упорядочил. Ну, чтобы, так сказать, более аккуратно все было, это пустой. Вот, и да, и ночью все видно хорошо, просто кайфую. Это просто кайфово. Так, что еще? Ну да, также вот сравнил, ну, примерный урон. Да, винтовка, конечно, получше, но помпаж бабахает так бабахает. Вот, если уже на то пошло. То есть, ну, только у помпаша 207 урона. А у винтовки 573. Вот и как бы, да. То есть помпаш найду получше, будет, конечно, все намного получше. Так, все убрал, все убрал. Так. Ледяная пещера. Трасса сухопутная пещера, так что я думаю, там будем пешком ходить. Так что... не, давай, на птерчике долечу. Он побыстрее будет. Ну вот, и потом вызову себе медвежонка моего. А может, эндурсакса, я не знаю. В общем, кстати, да, также писали в комментариях про эндурсакса. Ляха. Как его? Эндрюсарх. Тихо-мухо, название, я шатал, манал просто. Кстати, я куда вообще лечу? Я не туда лечу. В общем, аркер непрофессиональный. Чё писал? На эндурсархе тебя нет как игрока. То есть, когда садишься на седло, то есть я не ошибся. То, что тебя как игрока убить не получится. То есть, тебя нет как игрока. Ты можешь бегать по туркам. Настроим на игроков безопасно, ну, то есть режим турели, который настраивается на игрока, то есть, ну, знаю такой режим в PvP. Так, мне нужно 8.69 на 24.48. Етишки, как мне еще далеко. Так. И получается... так, я правильно лечу? Мне нужно вон туда. А, если вы его занеганить, то есть это получается, ну, в этот, гарпуном, короче, словить, то суть в чем получится? Он получается так, ты спрыгиваешь с седла и типа можешь освободить. А так ты типа попался и попался. Видишь? Куда я лечу-то? А, вот туда вообще лететь. Ё-моё. Так, ну-ка, погоди, а что там у нас? То есть, как бы, в целом, конечно, прикольно, что убить нельзя, но если тебя поймали, то поймали с концами. Вытянуть не сможешь, и Андрюшу, скорее всего, сольют. А затем и тебя. Еще это прекрасная живка для Роквелла на Абере для отстрела щупалец. То есть, как вариант, то, что вот он умеет стрелять, это... ну, типа, хороший урон вносит. Идея прикольная, но когда я доберусь до Роквелла, черт его знает, поэтому... да. Я не думаю, что... карта грузись его. Я не думаю, что это когда-то у меня получится проверить. Но когда-нибудь я, надеюсь, проверю. Ой, у меня тут это... сервера, который рекламировал... ой, бляха, муха, сейчас зайду в Дискорд и скажу. Lost Ark? А, Lost Day.
Lost Day Ark, все правильно. Вот, Lost Day Ark. Там спросили, типа, могу ли я поиграть на сервере? Нету времени ни на чё. Так, чё он... О, господи, прямой кабель, блюпринт и GPS. Твою... О, здорово! Ай, да в жопу, короче, вас иди нафиг. Я хотел это взять. Так. Все, хватит, короче, отбить. Мне вообще нужно вот сюда. Куда я вообще прилетел? Пока читал комментарий, куда прилетел? Чё? Где? Зачем? А? Кто я? Так. 9... ну, короче, 8,5 на 24,5. Вот там внизу. Уй! Ах, твою мать. Это уже пещерка прогружается. Так. Хорошо. Пещерка грузится, это хорошо. С одной стороны. С другой стороны, бесит, что она грузится. Так. Давай поставим телепорт. Во-первых, я освобождаю слот, наконец-то. Вот, а во-вторых, пригодится. Так, ты летишь домой. Переновать. Вход. Skylord. Как он его назвал? Вызываем Андрюшу. Ай, блин. Ну, это как это. Это Андрюша, а карта Фёдор. Я четко угорел с этого. Типа фьорды называют Фёдором карту. Ай. Ну а чё? Каждый называет так, как хочет. Так, дальше. Погнали. У меня 2101 патрон. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Слушай, я изнутри ни разу не гонял. Погоди. Он так бежит. Все трясется. Блин, клево. Так. Теперь мне куда нужно? Давай. Погнали. Ты вообще здесь пролезешь? Отлично. Да ладно, че в натуре? У чувака такой урон, что он с ним в изи разатывается. Но желание пострелять было. Больше урона. Так, а если я сделаю так... Блин, не успел. Я хочу проверить, если я сделаю вот так, и пока он хрю-хрю-хрю делает, это... Могу я пострелять или нет? О, пырнуло! Она даже не реагирует на меня. Вот это я понимаю. Это еще круче Нексов. Ой, кайф-то какой. Так, вырубайся. Да. Не, ну конечно, мишань-то урона вносит, так вносит. Тут не поспоришь. Это ж мишаньки. О, да. А мне плевать на тебя. Кстати. Кайф. Я пока стою оглушенный, я могу стрелять в пушки. Вот это прям кайф. Так, погнали, я возьму сейчас руну. Так, сгонял туда, где мы видели рунку, и я ее подобрал. Так, что у нас здесь? Здесь какая-то приколюха. Я, по идее, вот так могу пройти, да? Угу. Вот эту рунку я подберу. Пожалуй, просто на руках. Ну, не могу я им забраться наверх, что поделаешь. Вот, поэтому подберем так, ну, чтобы уже сюда не возвращаться.
Отлично, погнали. Еще у меня гамма стоит на нейтралке. Вот, на нейтралке. И то, слишком уж очень яркая. Какой жаропасный йети. Можешь, пожалуйста, не какать, когда нас пиздит? Спасибо. Случайно нажал на пробел и увидел, что может прыгать. Ну-ка. Та-т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 а. От первого лица еще круче. Так, ну это фигня. Но это жесткая пещера. Вот это прям пещера челлендж, я бы так сказал. То есть прям ощущается. Ну, там вот все ледяные пещеры прям реально вот... Там же артефакт светится. Желтенький. Так, кстати, жду, когда пойдешь в ледяную пещеру с артефактом. Ледяная пещера — это самый лучший среди всех пещерных контейнеров. Сразу скажу, там три красных, один под водой, второй за камнем, третий над пропастью. И три желтых контейнера, еще там есть один скрытый проход около поворота к артефакту. Наверху там синие гемы и руна. Ладно. Но там же светится артефакт. Ладно, давай, погнали. Бляха-муха, вот это будет долгий видос. У меня... О, добрый вечер, точно, у меня... он же ломать может. У меня на руту почему-то... прошлый раз видео на YouTube долго заливалось, сейчас видео на Рутуб долго заливается. Я вообще не знаю, что за фигня, но видосы долго грузятся прям до удри. Так. Да пошел ты! Кайф, 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 скотина! А я все еще стою обгаженный. Класс! Да и пошел ты. Ах ты ж козел! Он труп сожрал, короче, такой, похилялся. Чё стрелял, то зря. Бывает. Ну-ка, погнали. Бам! Это не ломается. О, а сюда, оказывается, и нужно идти. Клёво. А я хотел спрыгивать. Ну, ещё круче. Ах ты козел! Спрятался, да? О, точно, артефакт. О, артефакт, господи. Это контейнер. А, вот. Ну, неплохо. Вопрос только немножко в другом. А, вот где этот мишенька, он это грохнулся вниз. Я это обожаю. Вопрос в другом. Как оттуда выбираться? Так, не то, не то, не то. Вот то. Ну, такая себе винтовка. И... Уии! Я чё, зря этих 20 крюкошек делал? Так, а теперь как отцепиться? Кто подскажет, кто расскажет? Не, на дезмоде, конечно, не спорь, было бы легче, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что-то у меня такое, куда я стрельнул? Ой. Ладно. Ладно. Братан, спасай лошару. Пошли. Полетели, в смысле. Я такой ужас какой-то. Я так привык к этой всей фигне, что я уже разучился. Я и так как бы сильно это не умел на крюкошках прыгать, но дезмодом вообще еще легче. Точнее, еще легче разучиться. Ну, блин, почему ты до этого не двигался, пока не нажал прыжок? Так. Блин, у него так жестко-то просаживается хп. Но, не беда. Слушай, а давай тебе хпеньку прокачаем. И вот так сделаем. Еее. О, это проход туда. Окей. Но я хочу забраться
Это вон тут дашечки. Вот лошпед! Жопа при кошке! У меня же есть это! Ё-моё! Оп! Эй! Вот это сейчас было непонятно. Эй! Это... Какого фига? Слушай, ну вот это хрень. Ну вы видали, да, он просто прыгает туда и нет. Я пытался. Я честно пытался. Так что что, правильно, пошла игра в жопу. Будем использовать дезмода. Не, братан, я тебя домой отправляю, просто чтобы это, ты был по безопасности. Фух, так. Вот, видос еще 16 минут только идет. Господи, я думал уже минут 20-30. Ну, хотя больше хотелось к 30. Опача, красный контейнер. И я ничего не вижу. Так. Отлично. Отлично. Я просто думал, что там пропасть. А нет. Так, желтый контейнер, красный контейнер. Окей. Так, я их что, зря брал, что ли? Ну-ка. Посмотрите инвентарь. Опустошитель. Парацерия. Ну, тоже вариант. Так, и... Ну, слушай, я через эту фигню не факт, что перепрыгнул. Ну, туда-то ты... Не зацепишься, естественно. О, а туда зацепился. Прикольно. Примите... Не, ну вот это явно пропасть такая, что ты типа туда срываешься и ульк. А вот там, походу, я вижу артефакт. Точно! Я помню цвет Скайлорда. Это цвет артефакт. Отлично. Просто великолепно. Скайлорд. О, господи. Долбаная птичка. Как ты меня бесишь. Такс. Это не артефакт силы. Такс. Арт. Сила, уляха-муха, пишу. Скайлорда. Кстати, а как ты обзываешься? Небесный лорд, да? Да, небесный лорд. Ну, Скайлорд, небесный лорд, это одно и то же, понятное дело. Так. Так. Вот это, если камешек убрать, там что-нибудь появится? Кал, чтобы какая-нибудь пропасть не появилась, которую я так ульк, и все. Ну блин, давай читать, что там рекомендовали. Жалко, там если тупо. Так. Так, ну красный над пропастью я нашел, под водой еще не нашел. Какой-то артефакт. Артефакт, господи, контейнер. За камнем какой-то еще есть. Ну, это искать по свечению, это понятное дело. Что-то у меня их так немного осталось, а крюкошек надо было побольше делать, с моим так согласием и недальновидностью. Ну, контейнер за камнем можно будет найти за это. Здесь же три желтых контейнеров есть
Еще там где скрытый проход около поворота к артефакту. Вот это, наверное, поворот к артефакту был. Да? А где я вообще? Ага. А, вот здесь стоял контейнер. У-у-у. Спасибо, не надо. Это было ожидаемо? Это было ожидаемо. Но зато на кроватушке хоть раз в жизни встану. Ну, в смысле, раз за эту, хоть раз за эту группу. Первый раз сдох, если что. Да уж. Одно радует, у меня есть мод, который возвращает весь лут. Да, здесь есть птичка, которая возвращает весь лут. Но вопрос, а птичка может вернуть лут из ямы? Блин, я бы это, честно говоря, проверил. Так. Да. Вот весь мой лутецкий. Да, давай скалорда выкинем тогда. Да, я их делаю 50 штук. Очень. Я в себе очень сильно уверен. Поэтому 50 штук. Слушай, они стакаются. Прикольно. Что-то последний раз, когда я играл, они там стакались по 10 что ли штук были. Меня аж это бесило. Видать, мод на стаке хороший. Так, возвращаемся обратно. Это куда у нас? Если я так тпхнусь, то он меня пошлет, да? Да. Именно поэтому я ставлю телепорт около входа. И потом уже захожу в пещеру и тпхаюсь. Ну вот, почти что ничего не было. Это как вот в Люди Черном там надо... Ничего не было. Не, конечно, я могу это монтаж на монтаже убрать, но это же как минимум тупо. Так, погоди, это не тот арбалет, я уже понял. Я это уже понял, что я сейчас выстрелил стрелой в небо. Ой, так. Вот это еще выкинуть. Ой-ой-ой-ой-ой. А, блин, точно. Все. Арбалет имел. Во. Вот теперь я не упаду. Я не тупой. Ну, в смысле, со второго раза я уже точно не тупой. Кстати, он туда зацепится? Жаль. Значит, не будем рисковать. Ой, ну как я улетел, конечно, да. Куда я, самое главное, пытался запустить это, я так и не понял. Кстати, погоди. Лошара. Я аж вспомнил, что я хотел глянуть. Думаю, раз уж сдох, то давай глянем туда. Все, я, короче, назад вернулся еще, погоди. Я что хотел глянуть? Главное, чтобы это... Здесь по верхам ничего нету? Не, ничего. Ну что, может, сюда не возвращаться? И все, отлично. Погнали обратно. Здесь я наверх, да, я наверх и так залазил. Да, в целом здесь, в эту пещерку, как видите, и так легко залезть. Вот здесь вот этот красненький артефакт стоял. Да ёб твою ж за ногу. Пора очень сильно бесит это. Ну, погнали, мой полусвин-полуволк. Все просто. Не, конечно, из этой башни просто обзора очень сильно не хватает. Так, отлично. О, там светится артефакт, что ли, опять? Вон артефакт. А, слушай, его же тогда не было. Или был уже. И здесь артефакт светится. Рогатка, блюпринт. Какой ужас. Мне придется что-то залутать, чтобы только они перезаспавнился. Чтобы не вот эта гадость там стояла. О, красный.
Все, я задолбался этими круг-кошками. Давай не будем выпендриваться. Я задолбался, честно. Я еще что-то этот... стрелялчик, чтобы попытаться попасть куда-то, что-то где-то. За камнем. Интересно. Там есть скрытый проход около поворота к артефакту. Так. О, красный заспомнился. Охренеть. Седло для гигушки. Сейчас был бы прикол, если бы свалился. Чё? Вот это хорошо. Эй, братан! Братан! Пс, братан! Братан! Аля, погоди. Ну-ка. Смешно. Смешно. Да. Да. Смешно. Так, поворот к артефакту. Есть скрытый проход. Погоди. Поворот к артефакту — это вот это, да? О, кстати, давай заберем его. Есть скрытый проход. Да ёб твою за ногу, да что ж ты за все подряд ты цепляешься? Честно, не получается у меня так, чтобы... Вот когда нафиг это не нужно, он вот так сам приземляется. Когда это мне очень сильно нужно, он не приземляется. Короче, нафиг. Так, скрытый проход. Интересно, скрытый проход. Туда нырять точно нет смысла. Там пропасть. И... погибель. Ну слушай, я реально... Ну здесь, по крайней мере, точно не вижу. Ладно, как минимум благодаря этим поискам я седло на гигу... Офигенное седло на гигу залутал. Окей. Я ничего здесь найти пока что точно не могу. Ой, да будет опять смешно, я тут выключу. Потом за третий раз за скайлордом пойду, короче, и найду его. Что-нибудь еще новое. А в воду надо будет нырять обязательно. Ну, нырять так нырять. Так. Я пустой. Отлично. Не люблю, когда они захламляются. Вот так, как Андрюк. Ну, патрончиков немного потратил. Вот хорошо. Кайф. Хотя был бы прикол, если бы я бы одновременно нашел, короче, и седло Гиги, и седло на этого, на базика. О, это был бы вообще бы даблкил. Так. Фью-фью-фью, фью-фью-фью. Тю-тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю. 420-й, ты серьезно? Не, я бы такого, конечно, притомил бы. О, Тед Жирабас. Сколько патронов удалено? Вот это я понимаю. Непредвиденные расходы. Пушку-то вырубить. Я думаю, что у меня камера-то не поворачивает. О! Так вы тупите. Это хорошо. Люблю, когда тупят. Кстати, мне сейчас стало интересно. Вы поняли, в чем прикол? Кислород. Видали? У него тратится. У меня не тратится кислород. Что?
Он еще и акваланг? Обалдеть! Ну, как бы да, я понимал, что раз он не считается, как бы это, не является персонажем, то есть, как бы, то он и не должен тратить кислород, но я не думал, что это вот настолько. Блин, клёво. Эндрю Судмарина. Так. Кстати, а что есть вообще у нас? О, Светлана Мозазавра. Хопа! И у меня кислород пополнился. Хе-хе-хе! Классно. Да, но только отсюда, соответственно, уже никак не выбраться, да? То есть здесь только если не читерить с помощью телепортов, то здесь мы либо через криокапсулу тебя вытаскиваем, либо ты здесь живешь. Это понятное дело. Ну, окей. Ну, а сюда забраться можно с помощью дезмода. Точнее, отсюда выбраться. Либо также крюк-кошка. Ну, а мы, соответственно, уже Эндрюка почти угадал. Вытаскиваем. В камне, да, говоришь еще? Интересно. Ну, поищем что-нибудь. Тем более у меня есть такой прикольный зверек, который все ломает. Поищем что-то, побегаем. Кстати, в этом проходе я не замечал, но тут вот. Как обычно, ледяная пещера усеяна трупами. О, желтый этот запомнился. Я тут камешки добываю. Ну, вы поняли, да, я пытаюсь что-то найти. Текс. Металлический топор, меховые рукавички. Хотя, блин, камешек-то лучше не выбрасывать, он же мне еще пригодится. Там цветная паста, все дела, у меня там камня просто уже немного. Я его куда только не израсходовал уже. Так что да. Ну вот я опять сюда вернулся. Вообще никого-то больше-то ничего не нашел. Но я нашел, получается, красный там. Красный там. А где еще нашел? Я находил еще красный или нет? Ну, камешек опять заспавнился. Козел, я только что все убрал. Но я больше, по сути, да, я только два красных и находил. Единственное, что вот там я еще не шарился. О! Еще красный заспавнился. Да ебарсы ты. Уи! И камешком на дно. Я ж не могу... Это... Ладно, ладно, выкину. Ну что вот за люди-то такие, а? Жадность моя чуть меня сейчас не утопила. Так, что у нас здесь? Это троллинг 150-го левела. Сдохнуть около контейнера, где находился бы этот кислородный баллон. Ой, господи, это было бы смешно. Да. Желтый контейнер, кожаные ботинки. Кстати, да, тоже написал в комментариях, что если нажать, допустим, влево и выйти, то он выйдет влево. А так вот всегда по дефолту выходит вправо. Прикольная идея, но и я, честно, о ней постоянно забываю. Так
как-то пару раз случайно натыкался на это, уже было давно. Ну, я об этом благополучно забыл, благополучно отпомнили, но я опять благополучно забуду об этом. Слушай, ну я ничего найти не могу. Вот прям, не шутя, я уже везде, где только не облазил уже. Давай, вылази. Отлично. Вот, где я только не облазил, но, увы, ничего я не нашел. Так ты, козел. Не зацепился. Поэтому чё-то прям как-то без понятия. Примитивный пистолет. А можно было и не цепляться? Прям, вот прям вообще не знаю, где еще здесь что-то можно попытаться найти. Блин, это не то. А больше и нету. Я больше ничего не вижу. Ой. Ну, я пытался. Но я вроде только два контейнера нашел. Получается, один здесь контейнер красный, один там. Какой-то скрытый под камнем. Что-то где-то там. Я так и не дошел. Бывает. И еще один красненький контейнер. Ну, тут как бы не шутя. Красные контейнеры здесь однозначно топовые. Прям очень много с них хорошего. Прям колоссально много хорошего. Просто решил еще немножечко пробежаться и подсобирать этих контейнеров. О, какой топорик такой красивенький. Классно. И, кстати, меховые перчатки тоже неплохо. Я думаю, мне в зимку они пригодятся. Опять багнутый звук. Наверное, опять багнутый звук. Ну и вот еще раз снова. Так, гамку на нейтралку. Снова и снова возвращаемся к нему. Так, у меня же он... Хотел мне сказать, а, во! Господи, я табличку закрыл. Ну да, значит, следующий заход заберу. Такие вот дела. Ну, а я что могу сказать? Пещера маленькая, аккуратненькая, много хороших артефактов. Очень жесткая в плане мобов. То есть здесь мобы прям сильные. И... Ну, прикольно, конечно, прикольно все-таки. Вот эти вот... Меня, конечно, бесит вот эти овраги, где ты упал и сдох. Меня не всегда бесили. Но что поделаешь, такова игра. Да, я, возможно, что-то не везде нашел, но как бы что поделаешь. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, например, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.